А, вон там еще один едет. Так, вот как раз-таки сюда. Ой-о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 й
3. Модуль рикошета. Круто. Топово. Давно хотел это сделать, поэтому прямо-таки сейчас мы его приобретаем. И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Как вы увидели в начале данного ролика, да, я уже маршал на данном аккаунте, и меня это, конечно же, не может не радовать. Что-то последнее время у нас стало чересчур много роликов по мега-нагибчику, но я думаю, что совсем скоро уже данный аккаунт станет меньше у нас появляться. Все же я понимаю, что он уже не настолько интересен, но не могу не записать ролик. Да, вчера уже мы подняли грозу, как быстро у нас все это дело пошло. Позавчера была лава-лампа со светодиодом. Вчера у нас была уже гроза, звезды понабивались, немножечко я постарался, дабы приблизиться именно к этим 2000 и побыстрее закончить уже с данным аккаунтом. Ну и, как я и говорил, что маршал неизбежен, званочка у нас уже новая поднялась, ну и, конечно, на этой званочке уже хотелось бы остаться подольше. Все же ни для кого не секрет, что именно такие с генерала до маршала я качался, наверное, около пару-тройки месяцев. Ну, в общем, так надо качаться, дабы нагибать именно таки на своем определенном звании, чтобы прокачаться и спокойненько потом комфортно себя чувствовать. Поэтому, как только у нас звезды закончатся, я думаю, что данный аккаунт пойдет именно таки в свой штатный режим. Будет выполняться заданочки с переменным, наверное, успехом. Я думаю, что всегда у меня не будет это получаться делать. Открываться контейнеры, покупаться какие-то новые вооружения, ну и, конечно, прокачиваться новые дроны. К слову, по дронам, позавчера я прикупил себе также нового дрона. Конечно же, это бустер. Считаю, что данный бустер является лучшим бустером именно-таки для страйкера. Поэтому его мы уже потихоньку начинаем прокачивать. Если не ошибаюсь, то я сегодня уже на третий шаг данного дрона поставил. Кристаллы постоянно сливаются. То на страйкер, то теперь уже будет на бустер сливаться. Ну, реально скидок ждать нету смысла. До скидок нормальных, так я думаю, что еще где-то около полугода. Поэтому, ребят, если у вас есть какие-то задумочки в плане покупок каких-то новых, и вы думаете, там может подождать до 14 февраля или там до 23 февраля, ну, скажу вам так, чисто и прямо, шанс того, что будут у нас какие-то нормальные скидочки, очень-очень маленький. Но это мое мнение, не знаю, что они вообще, в принципе, разработчики у нас там придумали по этому поводу, но я думаю, что вряд ли какие-то нормальные скидки именно-таки у нас будут на данные праздники. Ну, понятное дело, может, на краски какие-то, еще на что-то такое, пока там условно 50-50, это может быть, но не более, не более. Ну, а что касаемо именно-таки микропрокачек, то если сравнивать МПК 50% на шаг и 50% на ускорение, то без именно-таки скидок прокачивать без ускорений намного-таки выгоднее. Поэтому этим я сейчас на данном аккаунте и занялся. Без какого-то дополнительного, конечно же, контента. Но эффективно, быстро прокачиваемся. Ну и маршал, я думаю, этот еще много будет появляться у нас на канале с интереснейшими именно рубриками, возможно, какими-то по именно нагибчику на данном аккаунте, где вы будете видеть, как данный маршал будет просто уничтожать легенд во всяких разных режимах. В общем, что-то интересное с данным аккаунтом я обязательно придумаю, поэтому можете отписать вообще по этому поводу в комментарии, что бы вы хотели увидеть, например, связанное именно таки с данным аккаунтом, может, у вас какие-то определенные мысли имеются. Ну и, конечно, не забывайте прожимать свои царские пальцы вверх, если вам нравится данный аккаунт, нравятся рубрики с данным аком, с другими какими-то аккаунтами. Поэтому это такая вот небольшая именно-таки просьба для вас. Я думаю, что вам не сложно, вам. Ну а мне, конечно, это все идет только и только на пользу. Что касаемо данной каточки, запикался я в такой Red Alert, даже не сначала уже начал записывать ролик, думал там перепикнуться, потом думаю, да зачем я буду перепикиваться, отличная карта, отличный именно таки не то что даже мапул, а именно таки распределение здесь званочек,
чтобы маршал именно подкидывал ко всяким генералам, это всегда приветствуется с моей стороны. И для всех тех ребят, наверное, которые думают, как делать так, чтобы именно таки пикаться примерно со своими званиями в матчмейкинге, могу сказать одну вещь. Если вы играете один в соло, самый лучший вариант — это жать быстрый бой без никакой группы. И вероятность того, что вы попадете в каточку именно таки со своими званиями, где-то около, наверное, 70-80%. Поэтому если вы, например, попали условно к большим званиям, вам это не нравится, взяли, вышли, перепикнулись, и я думаю, что на второй-третий раз вы уже обязательно попадете именно таки к своему диапазону, и там будете уже спокойненько нагибать противника. Также мы сейчас, ребятки, докатаем каточку, откроем контейнеры. Все же у меня еще 1550 звезд, премочка у меня была там куплена на денечек, еще потом на денечек, ну, в общем, я за 2 дня там около 1000 звезд набил, что является для меня вообще, в принципе, в последнее время отличнейшим показателем. За 2 дня 1000 звезд. Ну, вы просто вдумайтесь, да, ребят? Я, например, условно набивал каждый день, ну, там, хорошо, по 50, по 60 звезд, да, на стриме на этом аккаунтике, а тут... Ну, блин, ну я понял, что надо. Ну, надо, у меня времени мало. Ну, что поделать, надо немножко позадротить. Ну, и вот за один день почти 1000 звезд. Хороший показатель, поэтому как-то так. Хочу уже побыстрее закончить с данным аккаунтом. Я думаю, что вам тоже уже на стримах немножко поднадоело смотреть на набитие звезд на одном и том же аккаунте. Хотя, в принципе, в дальнейшем будет еще много чего интересного с этим аккаунтом связано, но, конечно, он уже будет появляться намного-таки реже. 14 киллов у нас остается до окончания данной каточки. Я не знаю, что бы я хотел, чтобы мне дропнуло сегодня с контейнеров. Понятное дело, что 4 контейнера — это очень-таки мало, но все контейнеры открываю сразу, ничего я не жду на этом аккаунте. И вообще думаю, что до последнего, даже до последнего верю, то, что все же премка может мне дропнуть. Но будет очень обидно, если я, например, набью 1000 каких-нибудь 900 звезд, открою контейнеры, а там дропнет премка. Ну, я просто зафейспалмлю и подумаю, что ну это жесть. Ну, это просто победитель по жизни, которому постоянно не везет. Ну, и такое бывает, как говорится, поэтому... Может быть, сегодня дропанет. Я, в принципе, на большее не надеюсь. Мне бы какую-нибудь премочку, быстро закончить эти 450 звезд и благополучно перейти на свои любимейшие аккаунты, заняться джиггернаутом, которого вы тоже, ребятки, уже просили меня, чтобы я на нем катал, поэтому тоже на том аккаунте начнем уже свое развитие. Там у нас сейчас Warrant Officer 1, там и у нас и без доната капитаныч, которого надо прокачивать, и 4-й Warrant есть, на которого надо там тоже подкачать 5-го Warrant, прикупить фреза М2, прокачать ДМ3. Ну, в общем, много интересных аккаунтов, много интересных рубрик у меня уже, в принципе, планируется в голове, да и обзоры всякие интереснейшие тоже надо записывать. Времечко сейчас у нас будет побольше, поэтому все это дело мы обязательно с вами сделаем. Ну а сегодня откроем вот такие вот быстренько 4 контейнера. Давайте я все же, наверное, выйду сначала с катки, выхожу, захожу. Ну и давайте сначала перед открытием, ну ладно, давайте откроем один недельный, там, в принципе, это пофиг, покажу, как у нас обстоят дела именно таки с прокачкой страйкера и с нашим бустером. Посмотрим уже, может быть, там осталось немножечко время до прокачки, можно было бы что-то подкачать. Нет, здесь у нас 3 дня, с 13 по 14 шаг у нас именно таки страйкер уже прокачивается. Я думаю, что где-то условно через месяцок-другой страйкер уже на этом аккаунте будет фуловый, будет у нас 2 уже новых определенно пушечки. Но я думаю, что маршал уже прокачался, следующая пушка у нас будет явно фриз, которого я, скорее всего, даже приобрету без скидочек. Возможно, таки даже совсем скоро мы это сделаем. Сейчас подкопим кристалликов и сразу приобретем именно таки его. Ну а также на этот ролик я хотел бы еще одну движуху сделать. Но для начала мы, наверное, сейчас откроем контейнеры, а потом я уже покажу, как за 0 кристаллов мы купим один интереснейший модуль. Давно я такого не делал, и довольно-таки интересная движуха именно-таки получится. Открываем контейнеры. 3500 кристаллов. Кристаллы всегда это успешно, успешно. Еще 3500. Ну, если бы десятка бы дропнула, я был бы, конечно, больше рад. 125 ремкомплекта. И последний контейнер — это 125 двойной защиты. Открыл я уже, ребятки, где-то более 70-80 контейнеров, и за это время мне ровным счетом не упало ни одного премиум аккаунта. Вот такой вот я победитель по жизни. Это было с тем учетом, то, что я открывал эти контейнеры не только на этом аккаунте, открывал и на других всяких разных аккаунтах, но нигде премка мне не падала.
Ну вот такой победитель, что я могу поделать. Что касаемо именно таки бустера, то здесь у нас уже прокачивается третий шажочек. Тоже все довольно-таки успешно. Мне это, безусловно, все дело нравится. И совсем скоро, я думаю, как только у нас количество батареек подкопится, мы тоже начнем уже с ним играть. Покажу, насколько круто можно реализовать данный бустер на таком звании. Потому что всем понятно и ясно то, что именно таки на таких званиях мало кто играет с дронами, да и еще и с бустером. Там вообще будет ужасно большой колоссальный урон. И я не знаю, насколько, наверное, будет неприятно противникам играть против такого бустера. Ну, посмотрим. Посмотрим, скоро мы все это дело сделаем. Ну и последнее, что я хотел сделать в этом супер эпичнейшем ролике, раз у нас уже все так дело красиво пошло, то покупаем. Покупаем за 0 кристаллов, ребятки. М3. Модуль. Рикошета. Круто. Топово. Давно хотел это сделать, поэтому прямо-таки сейчас мы его приобретаем. Вот так вот просто делаются у нас прокачки на данном аккаунте, и меня это не может не радовать. Вот такой вот ролик у нас сегодня, ребятки, получился. Если вам понравился, то обязательно поставьте палец вверх, если вы еще до сих пор его не поставили. Также не забывайте подписываться на канал и не пропускать новые ролики. Для этого, как всегда, нам помогает наш вечно работающий колокольчик. Также, ребят, не забывайте про конкурс, который у нас имеется в группе на 10 контейнеров. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!